Привет всем! С детства мы привыкли считать, что пламенный цвет – это красный, оранжевый, алый. Да и на картинах, в мультфильмах мы видели подобные оттенки. Но в самом же деле, цвет пламени может меняться, в зависимости от того, что именно в нем горит. Знаменитый голубой огонек можно понаблюдать, включив конфорку газовой плиты. При горении природного газа выделяется угарный газ. Он дает пламени голубой оттенок. Разжигая костер, мы наблюдаем желто-оранжевое пламя. Это объясняется тем, что в древесине содержится много солей, которые состоят из хлорида натрия, и именно соль вызывает такой оттенок. Редкий зеленый отблеск пламени можно наблюдать при горении предмета с высоким содержанием фосфора или меди. Причем при сгорании меди зеленый цвет яркий, близкий к белому. Селен окрашивает пламя в синий цвет, а в сине-зеленый – бор. Самый незаметный огонь, бесцветный, его можно увидеть только в лаборатории. О горении можно догадаться из-за легкого колебания воздуха и ощущения тепла. Кроме всего прочего, цвет пламени зависит от температуры горения. При высокой температуре атомы сгорающего вещества излучают волны различной длины, и мы видим разные оттенки. На этом у меня все, делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк вверх. До новых встреч, мои хорошие!